Друзья, всем привет! Привет! Сегодня мы находимся в городе-герое Севастополе, хотим погулять по набережной и сделать опрос отдыхающих и местных жителей, позадавать какие-нибудь интересные вопросы. Я думаю, вам понравится этот ролик, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии, потому что очень важно ваше мнение. Здравствуйте! Завтра день города, как вам здесь отдыхается? Живете? Местные? Интервью можно у вас взять? Не хотите? Ну ладно, до свидания, хорошего отдыха. Все местные жители стараются как-то... Ну, не очень все отзывчивы, они да. Они не отзывчивы. Здравствуйте, завтра день города, как вам отдыхается? Да, отлично. Отлично, вы местные или приехали? Местные. Местные, здорово. Расскажите, что изменилось в Крыму за 7 лет? Да все отлично. Нравится все? Да. А какие Одна изменения? Таврида. Хорошо, а что еще изменилось? Парки, набережные, что? Реконструкции? Дворовые территории привели в порядок. Привели. Да. Тоже очень хорошо. Хорошо. А как вы считаете, как относительно цен здесь? Цены, конечно, ужасные. Ужасные, большие. Конечно, а как тогда живете, если большие цены? Работаем. Работаем? А где в Севастополе работать? Ну, кто где находится. А какие вот вообще места? Есть рабочие места, где люди вот, работают? Кто в море ходит? В море, моряки. Ну ладно, хорошего отдыха. Здравствуйте, завтра день города, как вам отдыхается? Спасибо, вы только сегодня приехали на один день. В общем, мы живем в Симферополе. Симферополе, а вообще, какие любимые места есть в Крыму у вас? Крым весь вообще весь хороший. Весь нравится. Прекрасный полуостров, да. Любимые места. Может быть, в Симферополе тогда? Ну, наверное, художественный музей, что у нас еще, ну, памятник Екатерине вот недавно поставили, да, красивый. Да. А Севастополь вообще сам по себе очень красивый. Мы город. Очень любим. Да, а какие изменения произошли после присоединения Крыма? Ну, изменений много, конечно. Инфраструктура улучшается, все как бы благоустроено, ухоженно стало. Цивилизованно, наверное. Трасса Таврида построена, да? Да, это сюда очень здорово. Ехали, да, вообще. Там как в сказке. Не узнали, где эта местность вообще все. Едешь вообще прекрасно. Не просто, да. Мы как бы периодом ездили, например, когда столько строили дорогу, вот делали. Сейчас совсем ничего не узнаешь. А вот еще говорят, что в Крыму есть проблемы с водой. Вот вы сталкиваетесь с этим? Ну, у нас не было воды, как бы вот по времени, горячей не было, вот в мае только дали. Не закончились. Сейчас вода в Соли есть. Да, ну сейчас, сейчас да. Вода в Соли. Ну, как мы-то знаем, Симферопольское водохранилище это посещаем. На один год было написано. Минимум на один год мы обеспечены. Обеспечены. Mm-hmm. То есть вопрос решается. Решается. Это главное. Да, спасибо. Все, хорошего. Отдыха вам хорошего. Друзья, я очень надеюсь, что вы меня поддержите в моих начинаниях, потому что интервью брать это очень непросто. Некоторые, конечно, отказываются, но... Ребята, выбирайте муки. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас местный или приезжий? Я? Да. Приезжий, а что за интервью? Вообще, сами вы откуда переехали сюда? С Донбасса. С Донбасса? Давно уже? Давно. Ну и как приезжать? Нормально здесь? Что это можно сказать? Что ну, понятно, ну понятно, что там вы приехали, это не просто так, как бы, правильно? Понятно, здесь? Конечно. Купили себе здесь жилье? Нет. Не купили, снимаете? Не куплю, даже если будут на это деньги. Почему? Снимаете. Хотя, в принципе, не, если бы, допустим, здесь у меня был какой-нибудь источник дохода, с которым я мог бы зарабатывать в месяц 200-300 тысяч, тогда бы я, в принципе, подумал, можно было бы здесь купить себе жилье. Севастополь красивый. Но. Если здесь нет вот какого-нибудь хорошего заработка, здесь не местному очень сложно. А еще скажите, пожалуйста, так как вы здесь снимаете жилье, цена сколько вы платите в месяц? Что вы снимаете? Квартиру, комнату? Я снимаю комнату, но я бы предпочел не называть эту сумму, потому что у всех ваших зрителей по этой установке. Ну, все равно. А в среднем вообще, знаете, да. Наверное, какие расценки? Я знаю в среднем, какие расценки. Ну, скажите, какие ну, вообще? Комната, хорошая комната стоит в районе десятки в месяц. Ну, это хорошая комната. Если такое что-нибудь вообще на минималках, ну, я думаю, с трудом можно за 6, какие-нибудь хостелы совместные, там можно за 5, за 6 тысяч в месяц найти. То есть это где по 4, по 8 человек, где все общее, то есть...
Найти можно. Можно, понятно, можно. Я, если хорошо искать. А если комнату снять, например, однокомнатную, сколько в месяц? Однокомнатную квартиру? Да, да, просто сколько просят? Все равно же вы, вам же это все знакомо, вы же на изучали? На самом деле, нет, нет, мне это вообще, я в этом рынке не копался. Просто я знаю по слухам, вот люди говорят там о ценах на жилье. Ну, если однокомнатную, ну, я думаю, в районе 15, в зависимости еще, опять же, район, условия. А вообще в планах у вас здесь остаться или уехать все-таки? Уехать. Уехать. А куда хотели бы? На материк. Куда конкретно? Сначала в Ростовскую область, потом посмотрим. Угу, все понятно. А почему в Ростов именно? Ну, я там прожил 4 года. Угу. То посоветуете 100% посетить вот Севастополе? Приезжим. Приезжим? Да. Ну, я думаю, здесь по классике. Достопримечательности. А какие вот? Ну, вот хотя бы набережную Нахимова. Весь Приморский бульвар. Парк на самом деле сделан хорошо. На Северной есть потрясающие пляжи. Любимовка, мне очень нравится как пляж. Учкуев, на Учкуевке, когда забахали этот парк, когда я отсюда уезжал в 16 году в Ростовскую область, там на спуске к Учкуевку по правую руку все было в сосновой роще. Я сюда приехал, там забабахали огромный парк, причем реально неплохой. Большое да, спасибо. Удачи. Да. Здравствуйте. Завтра день города. Как вы здесь отдыхаете? Как вам отдыхается? Красиво здесь. Вы приехали или вы здесь? Мы приехали в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Хорошо. Сколько вы здесь уже отдыхаете? Мы час, наверное. Час. Полтора. Ага. То есть еще не увидели все красоты? Нет. А какие планы вообще? Что посетить хотите? Мы приехали на автобусную экскурсию с Симферополя. А сами мы из Санкт-Петербурга. Ладно, так, хорошо. Что увидим, то и посетим. Все хорошо, хорошего вам отдыха. Здравствуйте, здравствуйте. Завтра день города. Как вам здесь отдыхается? Не хотите? Замечательно. Хорошо, ладно, до свидания, хорошего отдыха. Здравствуйте, завтра день города. Как вам здесь отдыхается? Замечательно. Вы приехали откуда-то? А, вы местные. Расскажите, что-то изменилось за 7 лет после того, как Россия присоединила Крым? Есть изменения? Можно меня не снимать? Хорошо, всего хорошего. До свидания. Здравствуйте, завтра день города. Как вам здесь отдыхается? О, прекрасно. Вы приехали откуда-то? Да, впечатления только позитивные. Спасибо городу за такую атмосферу, за эмоции положительные, которые мы получили. Отдых потрясающий. Вы откуда приехали? Город Саратов. Здорово. Скажите, что вам здесь больше всего понравилось? Море, люди, улыбки, солнце. Какой пляж вам понравился? Где купались? В Николаевке. Николаевка. Все, спасибо. Хорошо. Хорошего отдыха. Спасибо. До свидания. Вашему городу до свидания. Спасибо. Здравствуйте. Завтра день города. Вы наверняка местный житель. Проживаю. Проживаете. Скажите. 61-го года. Что вам здесь нравится в вашем городе? В принципе, все нравится, только очень часто начальство меняется. Угу. Одни украли, другие перешли красить. Кусок земли то возле дома уже занимает, уже нам надо. Скажите, а детям играть негде. Скажите, вот какие-то изменения за последние года были в Севастополе? Парки, дороги? Ну, это сравнить. Нельзя сравнить. То, что было, и то, что сейчас, это море и земля. Парк Победы, Кресенец, Стрелецкая, этот. Там болото было, теперь приятно пройти с палочкой даже. То есть город развивается все равно? Ну, естественно. Естественно, город развивается, хорошеет. Но хочется, чтобы справедливости, порядка было больше. Они одни хапают, а другие бабки на хлебом стоят в очередь. И вот где идет бабка, куда она идет сумкой? А ей упредей должны вести. Она войну прошла, революцию такой. А скажите, а как с медициной здесь? С медициной? Вот видите. Там этот президент Америки в ноге бегает. Ну, а пенсия у вас как? Вам хватает или все-таки? То, что у меня есть,
То, что я заработал, в принципе, мне хватает. Но хватать скоро не будет. Повышается зарплата, вода, коммунальные. Ну, все, что можно с народа выжать, все будет выжимать. 20 тысяч у меня пенсия, мне вот так бы хватило. Ну, кабак не ходить, а зайти пивка попить, чебуреки поесть. Как белоранчик. 3 рубля в кармане, ты уже король. Берешь бутылки пива, чебуреки там, еще что-нибудь. Даешь 5 рублей и сдачи дают. А ну-ка посчитай. Ну сейчас цены, конечно, кусачие, да, вы считаете? Когда бы, да, ну, это не то слово. А что тут в этом Крыму? Кроме мёда тут ни хрена больше нет. И то, и уже его перегородили вот так, это частное, это моё, это ваше. Ну, красиво сделали, что скажешь? Никаких претензий к власти, это то, что сколько денег на это потратили, один Бог знает. До свидания. Ну, счастливого. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, завтра день города, как вам здесь отдыхается? Отлично. Вы приехали откуда-то? Да. Откуда? С Самары. С Самары, хорошо, сколько здесь уже отдыхаете? Неделю. Неделю, что вам здесь вообще понравилось? Нам понравилось... Салют вчерашний понравился. Вчерашнее пиротехническое шоу, да? Да. Хорошо. А облюбовали уже какие-то пляжи, может быть, здесь? К сожалению, еще нет. Еще нет. Не искупались еще. Какой пляж посоветую, если можно? А вот я приехала тоже вот узнать, где здесь красивые места. Беру соцопрос. На Фиоленте красивые места. Фиоленте. Вот. Но вода холодная. Обязательно нужно туда съездить тоже. А вот теплый пляж мы еще не нашли. Угу. Хорошо, ладно. Так, а вообще какие планы? Куда еще хотите поехать? На Айпетри завтра. Айпетри, круто. Ну ладно, хорошего вам отдыха. И вам. До свидания. До свидания.